Черный ящик в действительности не черный. В разговорной речи, а иногда даже в официальных сообщениях, бортовой самописец, сохраняющий всю информацию о полете самолета, называют черным ящиком. Данные, находящиеся в памяти этого прибора, позволяют специалистам выяснить истинные причины авиакатастрофы. На самом деле самописец находится в корпусе ярко-красного или оранжевого цвета. Так его легче найти среди обгоревших обломков. Кроме того, прибор имеет форму близкую круглой, что позволяет заключенной в нем аппаратуре переносить ударные нагрузки. А черным его назвали по той причине, что его поиски, как правило, связаны с произошедшей катастрофой и человеческими жертвами.